В Кубке мэра Северодвинска по флорболу среди мужских команд сыграны полуфинальные матчи. В первой игре за вход в главный матч турнира сошлись новоиспеченные обладатели Кубка Архангельской области, флорболисты «Океана» и молодая команда студентов «Сафу». Боевые, физически подготовленные подопечные Владимира Костяева в этот раз оказались точнее своих опытных спортсменов и заслуженно победили со счетом 13-10. Второй матч между холмогорским клубом «Темп» и северодвинской командой «А» стал менее результативным, но более упорным. С минимальным перевесом 4-3 путевку в финал Кубка мэра завоевала команда «А». 26 декабря в «Фоксе» в матч болельщики получат ответ, кто сильнее – «Сафу» или команда «А».